Итак, уважаемые дамы и господа, небольшие нюансы, когда мы работаем, вот, допустим, дополнительно хотим раскрепостить или сдвинуть кости тазовые, крестцово-подвздошное сочленение. Вот мы его нащупаем, вот сам крестец, он здесь, вот, да, чуть выше его находится, вот эта косточка, вот она выпирает. Это подвздошная кость. И таким образом мы разжимаем между ними вот эти мышцы короткие, да, и немножко можем еще воздействовать на первые позвонки L3, L4, L5, самые ближайшие к крестцу. То есть я буду давить, соответственно, сейчас просто покажу, я буду давить вот в эту косточку, да, вот в эту косточку с поворотом вот с таким. С разворотом? Да, с разворотом. И в позвонки, вот сюда, с этой стороны позвоночник. Для этого мы используем саму ногу. Ну, давление, естественно, у нас будет через любую там тряпочку, да, чтобы, не дай бог, рука у вас не соскользнула. Поднимаем ногу выше колена. Расслабь ее. Расслабь. Вот, выше колена, чтобы чашечку не повредить, да. Поставили руку. Она у вас как некоторые. Ну, она всю эту область, вот вся ладонь, как бы всю эту область. Держит, да. И пока вы еще не делаете, вы пока просто чувствуете, где, какой блок, вот покрутили ногу вверх-вниз, завели вот туда, отвели вот в эту сторону, да, пока по кругу. Вот просто чувствуете, есть там свобода движения вот в этих областях, которые я назвал, да, три позвонка поясничных и крестцово-подвздошное сочленение. Если нашли какой-то блок, да, то вот переставляете руку в ту сторону, куда надо, вот, например, на подвздошный уголок вот этот с моей стороны, я не буду специально называть право-лево, тогда ногу поворачиваете вот туда, в ту сторону. И делаем давление вот такое. Если в обратную сторону нужно, да, то возвращаем ногу сюда, и давление у нас получается вот туда. В обоих случаях мы давим по движению ягодичных мышц, по направлению их, вот примерно 45 градусов от поясницы и в пол. 45 градусов в сторону и 45 градусов в пол. То же самое, когда мы давим по позвоночные позвонки, поясничные позвонки. Вот так вот мы их в бок немножко можем вправить. Вот. Если нам нужно давление оказать в тело позвонков, да, то есть внутрь тела человека, то для этого, помните, он говорил про растяжение, то есть нам надо растянуть с противоположной стороны, да, а с этой стороны оказывать давление. Тут растянули, тут давим. Вот посмотрите, вот этот рисунок. Это я рисовал в сагитальной плоскости, когда мы смотрим на позвоночник, ну, вот сверху, в стол, да, соответственно, мы гнули его плоскости стола вот так вот, с этой стороны растягивали, с этой стороны давили. А теперь в плоскости, когда мы давим вот туда, то есть перпендикулярно. Для этого мы с той стороны растягиваем его, я показывал, как мы растягивали со стороны рук, да? А теперь со стороны ног. Обе ноги подхватываем на бицепс и продавливаем поясничные позвонки. Можно даже до грудных дойти, до лопаток. Два раза в неделю на дискотеку опускаем ноги. Ну, наша девушка побежит на дискотеку сейчас, да? Нет. Так. Потом три раза хватило. И еще покажу прием. Вот воздействие на поясничные позвонки со скручиванием. Для этого вам нужно лечь на спину, на бок. Противоположно, вот на этот бок ложись, на данном случае это левый, разворачивайся, да. Эту ногу подгибаем перпендикулярно к себе, вот эту ногу прямую, как можно прямее. Скручивание, в принципе, мы много раз показывали, тоже правильно легла, уже делала, да, такое. Как наш Герасим. Да, если вы будете давить ладонью, то у вас движение будет с маленьким импульсом, не получится, если у человека нет достаточно гибкости. Или наоборот, слишком гибкий. Поэтому желательно давить косточкой
своего локтя вот в этот гребень, который выше. Вот где ямочка. А, да? Ямочка. Да, вот за ямочкой вот он находится гребень. То есть мы в него даем. И скручиваем, соответственно, спиралевидно. Вот так вот. То есть тут мы по спирали и вниз по 45 градусов в ту сторону, а здесь по спирали и вниз по 45 градусов туда. Чтобы давление было более мягкое, я, видите, я не давлю в подмышечную впадину, я не давлю конкретно в плечо, а я делаю немножко мягче через грудную клетку, то есть всю грудную клетку разворачиваю. Вот. Чтобы у вас произошла тракция или мобилизация вот выше, более верхних позвонков поясничных, да, ногой можем манипулировать, ее можно поднимать выше. Например, вот так вот. Если у вас... Давайте теперь обе колени вперед согнем. Эту руку вот так. Ну, это тоже лучше сзади. Или за голову можно. Вот нам сейчас в данном случае эта рука просто не нужна. Вот эти позвонки поставить на место, да, вот они, допустим, у нас развернуты, ротированы вот в эту сторону, да. Нам надо, значит, их повернуть в ту сторону. Для этого мы с помощью ног растягиваем поясницу, видите, в ту сторону. То есть с противоположной стороны, еще раз повторяю, с противоположной стороны растягиваем, а с этой стороны мы давим. Да, еще позвонок. Управляем, да, прям осистые отростки. Прямо их вправляем. Вот такой вот прием. Так, ну на этом мы этот видеоурок закончим. Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, а лучше приходите на тренинг.